Привет! 1 июня 2021 года стартует трехмесячный гитарный марафон по электрогитаре. Дается одно задание в неделю разного уровня сложности. Это означает, что все задания можно сыграть как новичку, так и опытному гитаристу. Уровень сложности можно менять самому на каждом задании. Задания играются под минуса и просто под метроном, в разных темпах с драйвом и без. Задание записывается на видео и грузится на YouTube. Дается доступ по ссылке, ссылка присылается мне. Раз в неделю проверка в прямом эфире. Это значит, что можно посмотреть, как выполняют задания другие участники. На трансляциях просматриваю каждого участника и говорю, что поправить и над чем работать. Выявляем ошибки и работаем над ними. Какие плюсы для участников гитарного марафона? Каждую неделю новое задание. Каждую неделю онлайн-проверка задания. С марафоном быстрее идет процесс, так как есть больше мотивации. Изучаются разные техники игры. Можно играть под минуса в разных темпах. Разные классы сложности. Длина марафона 3 месяца. Это ни много и ни мало золотая середина. Интересные мелодичные задания. И общение с другими участниками, что немало важно. Если вы хотите принять участие, то записаться вы можете по ссылке внизу этого видео.